Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа «Новости», в студии Светлана Теплухина. И вот о чем мои коллеги расскажут вам сегодня. Дом, в котором хочется жить. Комиссия оценила работу 7 участников конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор» по благоустройству подъездов. Самое главное, мы уже получили то, что мы чистый подъезд у нас, мы сделали ремонт. Все у нас чисто, уютно. Марафон творчества и вдохновения. В детских оздоровительных лагерях Заречного стартовал флеш-конкурс, который продлится все лето. Долго думали над тем, что рисовать? Нет, придумали сразу. Вот захотели бабочку, нарисовали. С праздником, коллеги! Молодежная телепрограмма «Лестница» выходит в эфир в сотый раз. Далее все подробности этих и других событий. Комиссия конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор» оценила работу зареченцев по благоустройству подъездов. В этой номинации заявлено 7 участников. Итоги состязаний будут подводиться только в сентябре. Но горожане попросили конкурсную комиссию дать оценку их трудам уже сейчас. Они закончили украшать подъезды и приступили к работам во дворе. Какие они? Самые благоустроенные зареченские подъезды. Увидели мои коллеги. В доме 22 по проспекту Мира на стенах парадной пушкинские строки. Здесь во дворе на могучем дубе кот-ученый и русалка, а на полках между этажами томик Пушкина. Жильцы дома – одни из участников номинации «Лучший подъезд» конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор». В этом году о желании сделать свой подъезд уютным и красивым заявили жители 7 многоквартирных домов. Все эти подъезды объединяют общее. Это стремление людей жить лучше. Человек подсознательно стремится жить в чистоте, и если у него что-то не получается, то тут как раз вот эти конкурсы и обязаны привлекать людей. Конкурс на лучший подъезд проводится в Заречном второй раз. Организаторы отмечают, что желающих создавать уют в своих подъездах становится все больше. По сравнению с прошлым годом хочу отметить наибольшую активность жителей вот именно в этой номинации. Если в прошлом году было гораздо меньше участников, да, и только 3 дошли до финиша, то в этом году заявилось 8 домов, и вот 7 сегодня представляют свои работы. То есть, по сути дела, в 2 раза количество увеличилось участников в этой номинации. Победителей и призеров конкурса объявят в сентябре. Наградой им станут денежные сертификаты на приобретение садового инвентаря, инструментов и материалов, необходимых для использования на придомовых территориях. Но жители домов, по их словам, уже получили свой главный приз – место, где приятно жить. Чистый подъезд у нас, мы сделали ремонт, все у нас чисто, уютно. И даже у нас женщина, когда вот выходила сегодня, она говорит, даже не хочется уезжать отсюда. После посещения таких подъездов несложно убедиться в справедливости слов о том, как важно привести в порядок свою планету. В доме номер 10 по проспекту 30-летия Победы, по признанию жителей, никаких проблем с поддержанием чистоты не возникает. Каждый сам убирает свою площадку, и ни у кого не поднимается рука нарушить заведенный порядок. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Зеленый и уютный Зареченский двор вскоре увидят и в Москве. В рамках международного фестиваля садов и цветов в столице 28 июня пройдет День Заречного. Центром нашей экспозиции станет презентационный модуль «Сад Заречный в цвету». Каждый посетитель сможет не только полюбоваться Зареченским двориком в миниатюре, но и отправить письмо в наш город. Для этого на выставке будет работать зеленая почта. Для нее организаторы приготовили специальные тематические открытки и конверты. В основе дизайна узнаваемые и такие родные зареченские пейзажи, самые красивые уголки родного города, портреты горожан и, конечно, неофициальный символ города – лось. Гости фестиваля смогут выбрать понравившуюся открытку, написать небольшое послание и опустить в ящик зеленой почты, размещенной на выставке. Подробнее о том, чем еще удивит москвичей и гостей столицы маленький город Заречный, расскажет специалист управления общественных связей Елена Карпенко. Мы встретимся с ней здесь, в студии, после окончания основного информационного блока. Ну а пока продолжим выпуск. В Заречном на улице Комсомольской появился новый остановочный павильон. Его устанавливают там по просьбе жителей. Изготовлением конструкции и монтажом занимается индивидуальный предприниматель. Планируется, что в течение недели здесь все работы будут завершены. В настоящее время в Заречном проводится и ремонт ранее установленных павильонов в местах остановки общественного транспорта. Эту работу выполняют специалисты комбината благоустройства. Сейчас отремонтированы 3 павильона. Всего же планируется обновить около 30.
Старый павильон внешний вид сильно не поменяет, он останется тот же самый. Появятся элементы в виде наклонных направляющих, которые придадут жесткость прозрачной конструкции и позволят нам сократить количество материала при восстановлении после акта вандализма. Ну и к другим темам выпуска. 100 ступеней лестницы. Сегодня на нашем канале выйдет в эфир 100-й выпуск молодежной программы «Лестница». Фактически на счету юнкоров из Дворца творчества детей и молодежи гораздо больше передач. Детская видеостудия начала работу здесь еще в 90-х годах прошлого века. Тогда же и придумали свою программу и назвали «Лестницей», символизируя тем самым движение вверх, стремление к жизненным вершинам. Новейшая история проекта началась в 2011-м. В коллектив пришли новые руководители и новые юнкоры, а программа стала выходить регулярно. С этого момента и идет отсчет новой лестницы, такой, какой ее видят сейчас зареченцы. От имени телерадиокомпании наших юных коллег поздравила Светлана Демина. Здравствуйте. Журналист и студия «Автор» в первом летнем эфире поделится с вами рассказом о самых интересных событиях. О самом интересном из жизни родного города юные корреспонденты Дворца творчества детей и молодежи рассказывают в программе «Лестница». Проекту уже более 10 лет. На этой неделе в эфир выходит 100-й выпуск телепередачи. Юбилейный выпуск программы для любого тележурналиста – знаковое событие, настоящий праздник. И прийти в такой день к юнкорам студии «Автор» с пустыми руками было бы неправильно. Поэтому мы решили преподнести нашим юным коллегам такой сладкий презент. Здравствуйте! Здравствуйте! С праздником! Юнкоров в студии «Автор» мы как раз застали за работой над юбилейной программой. Последние штрихи до съем материала – монтаж. Сейчас уже каждая секунда на счету. Нужно успеть все доделать и не допустить ошибок, чтобы не разочаровать зрителей. За годы существования «Лестница» обзавелась своей аудиторией, которая взрослела и менялась вместе с самой программой. Вообще передача «Лестница» существует с 2003 года, но в разные периоды она иногда прекращала свое существование. И вот с июня 2011 года вышел первый выпуск, очередной выпуск передачи «Лестница». В нем юнкоры рассказывали о том, как проходит первая смена в загородном лагере «Звездочка» и городском лагере на базе творчества детей и молодежи. Вспоминали, как в Заречном прошел День молодежи. Говорили обо всем, о чем можно узнать из газет или других телепередач, но делали это по-своему, по-детски непринужденно и захватывающе. За 4 года школьники подготовили к эфиру 100 программ. Юнкоров, которые работали над первым выпуском «Лестницы» в студии «Автор», сейчас не осталось. Ребята повзрослели и поступили в вузы. Зато есть коллектив, который быстро подхватил эстафету и продолжил начатое. Все, кто сейчас трудится над «Лестницей», в студию попали случайно, а потом просто не смогли отказаться от журналистики. Это такие интересные вот ощущения, то, что я могу поделиться своими мыслями со зрителями, своими, может, какими-то впечатлениями. Даже вот мы, когда в поездке ездим, это нужно уметь передать. И вот нас этому учат. Моя подружка сказала, что идет набор. И я пришла сама и осталась тут на 2 года. Тяжело было соображать, включаться как-то по-другому в работу, а легко было работать над материалами, над достаточно интересными. В этом году Юля заканчивает 11 класс. С выбором профессии девушка определилась уже давно, решила стать журналистом. Как и большинство тех, кто прошел через школу студии «Автор» и программы «Лестница». Корреспондент городского еженедельника «Заречье» Мария Родионова тоже, будучи школьницей, занималась во Дворце творчества детей и молодежи. Ездила на съемки, писала сюжеты. Годы, проведенные за подготовкой «Лестницы», вспоминает как самые яркие моменты жизни. Я помню, что было очень интересно. Я никогда не чувствовала, что ой, мы так там устаем. Мы туда рвались просто каждый вечер. Вот как у меня школа заканчивалась, я туда бежала. И все ребята делали то же самое. Мы там встречались, собирались, общались. То есть мы считали, что это какое-то, наверное, развлечение. Это вообще не была никакая не работа, а именно вот, ну, наше общее дело, которое нам всем делать нравилось. За творчеством юных журналистов Маша следит до сих пор. Признается, и студия, и программа в ее сердце заняли свое место навсегда. Интересно, новые лица, новые девчонки какие-то там появляются, все вспоминаю. А мы вот так читали, а они вот так сейчас пишут. Ну, то есть какие-то именно воспоминания. Не то, что я смотрю эту передачу, чтобы о событиях узнавать, которые в городе происходят, но как ностальгию, да, смотрю. Не пропустит Мария и юбилейный 100-й выпуск «Лестницы». В нем самые интересные события городской жизни, увиденные глазами подрастающего поколения зареченских журналистов. Следите за эфиром. Светлана Демина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».
Школьники включились в летний марафон. Флеш-конкурс с таким названием стартовал в Заречном. Он проходит в рамках фестиваля творчества детей «Пусть всегда будет солнце». На протяжении всего лета ребята будут рисовать плакаты, мастерить мягкие игрушки, декоративные украшения, петь, танцевать, а заодно и бороться за победу в конкурсе. Участвуют в летнем марафоне все детские оздоровительные лагеря Заречного – и городские, и загородные. Открытие флеш-конкурса в репортаже моей коллеги. 70-летие победы в Великой Отечественной войне, юбилей атомной отрасли, знаковые события в жизни нашей страны и города воспитанники детских оздоровительных лагерей отражают в стен газетах. Что у вас будет в этой газете? Стихи, рисунок, фотографии. Сейчас есть. Ребята из лагеря при городском санатории профилактории для своей стенгазеты выбрали тему Великой Победы. Эскиз плаката и заготовки делали заранее, а финальный этап оформления провели во Дворце творчества детей и молодежи в рамках флеш-конкурса «Летний марафон». Думали, как это все сделать. Все дети рисовали рисунки, мы подбирали и готовились. Готовились и авторы рисунков на асфальте. Прежде чем изобразить картину на площадке перед Дворцом творчества детей и молодежи, целой творческой группой решали, что будут рисовать. Воспитанники лагеря при гимназии номер 216 «Дидакт» свою работу посвятили юбилею атомной отрасли. Долго думали над тем, что рисовать? Ну нет, придумали сразу. Вот захотели бабочку, нарисовали. В рамках флеш-конкурса работало несколько креативных площадок. Ребята рисовали, мастерили из бумаги, ткани, шили мягкие игрушки, учились декорировать, пели и танцевали. Старания детей оценивало строгое жюри. Определить лучших задача непростая. Конкурс будет длиться в течение лета. В нем предстоит участвовать командам всех детских оздоровительных лагерей, включая «Звездочку» и «Приморский». Победителей и призеров ждут награды. Детей младшего школьного возраста будут награждать в городе Заречном, а старшеклассники поедут у нас на финал флеш-фестиваля, который будет проводиться на базе детского оздоровительного лагеря «Звездочка». Итоги летнего марафона подведут в новом учебном году. Победителей и призеров наградят на финальном этапе городского фестиваля творчества детей «Пусть всегда будет солнце». Светлана Демина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». В Заречном усилен контроль за передвижением детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях. Все маршруты теперь строго отслеживаются департаментом образования. Совместно с ГИБДД разрабатываются наиболее безопасные пути передвижения организованных групп из лагерей. Поводом к усилению мер безопасности послужило дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 10-летний мальчик. Сейчас он находится на лечении в Пензенской областной детской клинической больнице имени Филатова. Ребенок под постоянным наблюдением врачей. Его состояние специалисты оценивают как стабильно тяжелое. Такая будет просьба к преподавателям и воспитателям детских оздоровительных лагерей. При передвижении организованных групп детей по городу необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, постараться исключить все передвижения по внутриквартальным территориям, передвигаться только по тротуарам и пешеходным переходам. Родители должны следить за своими детьми, которые играют непосредственно вблизи проезжей части, не выпускать их из виду. Также хочу обратиться к водителям, которые передвигаются по внутриквартальным территориям, чтобы были наиболее внимательны, не разговаривали по телефону, не отвлекались на переключение там, магнитола или выполняли какие-то другие действия. Потому что внутриквартальные территории у нас в большинстве случаев ограничивают видимость. И о других городских событиях. К участникам конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор» в гости приходит праздник. Очередное красочное действие состоялось в микрорайоне, который участвует в конкурсе с первого года проведения. Сначала свои силы попробовал один дом, а потом постепенно втянулся весь микрорайон. С улицы Заречной репортаж нашего корреспондента. Жители микрорайона на улице Заречной делать мир вокруг себя ярче начали еще 5 лет назад. Как только услышали о проведении в городе конкурса по благоустройству, сразу же взялись за оформление придомовых территорий. Сначала яркие клумбы и цветники появились возле 14-го дома, а потом в украшении придомовых территорий включились жители всех многоэтажек двора.
Каждый год мы меняем, конечно, и клумбы, и все. Мы сейчас сделали рисунок вот у третьего подъезда. Может быть, немножко как в саду получилось, но а нам всем нравится, и прохожие останавливаются и любуются. Стараются, признаются конкурсанты, не ради наград, а для себя. На территории, где много цветов, за которой постоянно ухаживают, никогда не появится посторонний мусор. В таких дворах и другие проблемы стремятся решить как можно быстрее, чтобы мелкие детали не портили общую картину. Мы очень подробно прошлись по всему участку в течение, наверное, 2 часов, да, Сергеевич? Прошли, активно поговорили, обсудили все вопросы по земле, по ограждению, там, где необходимо, по асфальтированию, по ремонту подъездов. Все в план внесли. А пока взрослые обсуждают и решают серьезные вопросы по благоустройству, мальчишки и девчонки развлекаются, пьют бесплатный лимонад и участвуют в конкурсах. Они помогали благоустраивать клумбы и наводить красоту на газонах и честно заслужили отдых в компании творческих коллективов Заречного в своем собственном дворе. Светлана Демина, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». И о спорте. Команда «Биокор» стала чемпионом федерального округа межрегиональной любительской баскетбольной лиги. Право на участие в соревнованиях в Самаре команда получила, выиграв пензенский турнир среди любителей. В команде «Биокор» играют в основном зареченцы. Из 12 игроков в ее составе 10 – жители нашего города. С победителями встретилась Елена Степкина. Главной наградой победителям Пензенского областного турнира по баскетболу среди любительских команд стало участие в финале Приволжского федерального округа межрегиональной любительской баскетбольной лиги. В этом году право на участие в нем завоевала команда «Биокор». В ее составе 10 зареченцев. Все они в свое время выступали за город, играли в составе команды «Союз» детско-юношеской баскетбольной лиги, а несколько спортсменов представляли профессиональные клубы. Мы поехали, все 12 игроков, у нас они все практически были заиграны. Мы очень хорошо друг друга заменяли в игре. Один уходил, второй выходил и ничуть не уступал, даже, может быть, лучше был. Он ходил свеженький. Вот. И у нас бойцовский азарт был. В финале участвовали 12 лучших любительских команд Поволжья. Их разбили на 4 группы. По результатам игр две сборные из каждой проходили в полуфинал. Первым соперником зареченцев на турнире стала команда Уфы. В начале матча «Витязь» обеспечил себе большой отрыв, и отыграть его «Биокор» не смог. Но это стало единственным поражением на пути к финалу. Остальные четверти полуфинальные матчи наши выиграли. Были и некоторые слабые, конечно, команды, как, например, «Арзамас», Нижегородская область. То есть это, ну, более слабые, конечно. Легкий матч. Была неудобная команда Киров. Ребята не совсем опытные, немножечко грязно играют. То есть тоже сложно было. Но «Биокор» справился. Во всех сыгранных матчах одержал уверенную победу. В этом году команда «Биокор» усилилась. В любительский баскетбол перешел Олег Филин. Он много лет выступал за Зареченский «Союз» и по праву считается одним из лучших игроков за всю историю клуба. Он идеально справлялся с основными обязанностями разыгрывающего и в каждой игре удивлял подборами, красивыми проходами и заброшенными мячами из зоны, которая обычно занята более высокими игроками. Финальные игры ПФО среди любительских команд стали непростым испытанием даже для него. Где-то тяжело уже было, именно физически, потому что здесь по одной игре в неделю, и ты успевал остановиться к следующей игре. А там 4 дня игровых подряд к финалу. Ну, все, впрочем, в равных условиях были. Финал был тяжело, и где-то удовольствие ушло куда-то у меня. До сих пор прийти в себя не могу, если честно. В финале «Биокор» опять встречался с командой Уфы. И в том, что с этой сборной наши баскетболисты уже играли, был большой плюс. Все сильные стороны соперника были хорошо известны. Их два лидера – Дима Иванов и нападающий, и центровой Андрей Трушкин. Вот с Димой Ивановым, конечно, в итоге ребята справились на все 100%. То есть человек, который забивал каждой команде по 30, нам смог забить всего 5 очков, при том с процентом там 18-2. Это заслуга вот в конечном итоге Никиты Гусарова и Андрея Васова, которые держали его по очереди всю игру. Немножко мы не справились с Трушкиным, который в конечном итоге создал нам определенные проблемы. Победитель финального матча определился на последней минуте встречи. За 36 секунд до окончания игры счет на табло был 61-60 в пользу «Биокора». «Витязь» дважды за оставшееся время атаковал, но все попытки выполнить точный бросок оказались тщетны. В итоге победа «Биокора» с преимуществом в 1 очко. Теперь зареченцы отправятся на Кубок региональных чемпионов. Елена Степкина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».
Футбольный клуб «Союз» провел игру в рамках одной четверти финала Кубка области по футболу. Матч прошел в Грабово. «Союз» встречался с командой «ГРАС». В первом периоде голов не было. За 10 минут до конца второго тайма зареченским футболистам удалось провести результативную атаку. Мяч в ворота соперника отправил Александр Пензин. Этот гол стал единственным в матче. В итоге со счетом 1-0 выиграл «Союз». Эта победа позволила нашим футболистам пройти в полуфинал Кубка области по футболу. В 1/2 финала соперником зареченцев будет команда «АтМИС» Каменского района. Новости на канале «Заречный» продолжаются, и мы продолжаем разговор о Дне Заречного в Москве. Все о том, каким увидят наш город москвичи и гости столицы, знает специалист управления общественных связей Елена Карпенко. Ее мы и приветствуем в нашей студии. Добрый вечер, Елена. Здравствуйте. Итак, Елена, продолжая разговор, начатый в основном информационном блоке, об открытках, которые будут представлены на Дне Заречного в Москве, каким образом эти открытки попадут в наш город? На нашем модуле будет находиться специальный ящик. Этот ящик – это настоящая почта. И в этот почтовый ящик любой желающий может опустить открытку, написав какие-то теплые, ласковые слова для своих близких. Этот ящик, эта почта, будет работать все дни фестиваля, но только 28 июня эта почта, которую вы опустите в этот ящик, сразу же на следующий день попадет в Заречный. Здорово! Почте России поучиться в такой оперативности. Каким образом можно будет получить эти открытки? Раскройте секрет. Они будут продаваться или... Нет, эти открытки совершенно бесплатно. Вы подходите и говорите кодовое слово «Я люблю Заречный». И вы получаете открытку, на которой пишете, ну, что угодно пишете. То есть там не будет ни цензуры, там будет ни вычетки какой-то этих текстов. Пишите адресата и складывайте в ящик. И 29 июня ваш адресат получит ваш привет. Да, то есть все. Но как бы в течение всей недели, всей работы фестиваля, вы тоже можете отправить, просто это будет чуть позднее. Конечно, в рамках одного дня, наверное, сложно показать все, чем гордятся зареченцы и за что они любят свой родной город. Но все-таки вот давайте остановимся на главных таких фишечках, что будет самое интересное вот в этот день. Ну, начну, наверное, с нашего модуля. Что будет на модуле? На модуле будет так называемая лаунж-зона. Жаркий московский день, хоть и парк, но хочется посидеть, отдохнуть. И вот специальные мягкие пуфы будут стоять на нашем модуле, где вы можете присесть, а также взять самая настоящая зареченская лавочка. То есть, если вы хотите вспомнить детство во дворе, вы можете сесть практически как у подъезда, сидеть на этой лавочке и почитать книги. Книги у нас будут различных зареченских авторов. В частности, будет Елена Московцева с, ну, таким достаточно, на мой взгляд, известным для любого зареченца произведением, как «Сказки тетушки Марии», ну и прочее. Будут различные сборники о Заречном, будет энциклопедия Заречного. То есть, если вы вдруг решите найти кого-то из родственников, из знакомых, все в свободном доступе, абсолютно бесплатно, можно почитать, полистать. И написать на облаке мыслей свои какие-то мысли о Заречном. Например, «Привет, мама, я тебя люблю». Или «Передаю привет школе 216», ну, к примеру. И вас снимет наш фотограф, и все это будет выложено в социальных сетях. Здорово. Наверное, самые все-таки желанные гости вот этого павильона, этой выставки, это все-таки, наверное, те наши горожане, которые выросли здесь и уехали в Москву, сейчас живут там. Наверное, это будут самые дорогие, самые замечательные гости павильона. Наверное, это будут самые родные гости павильона, но на самом деле мы ждем абсолютно всех, потому что если у вас есть друзья в Москве, например, москвичи, которых вы, к сожалению, не можете по объективной причине пригласить в город, но вы всегда хотели рассказать им, что такое Заречный, и вы хотите показать им, ну, о нашем городе. Поэтому Заречный у нас самый открытый из закрытых городов, и это уникальная возможность попасть на его территорию, пообщаться с его жителями, не преодолевая вот сложности именно в получении пропуска и всего прочего режима. Он сам приехал в Москву, и это, мне кажется, здорово. Помимо того, что мы увидим вот то, о чем вы рассказали, можно будет и лучшие творческие коллективы Заречного там увидеть. Да, там потрясающая на самом деле программа. Будут
различной направленности коллективы. Это будут и танцевальные коллективы, это будут музыкальные коллективы. Будет потрясающий цирк «Виктория». То есть это наши акробаты, это наша гордость, это сложные номера. Мне вот ближе всего это, наверное, уличный театр. Угу. Это вот тоже одна из таких, ну, будем называть ее фишек фестиваля. Михаил Гаврилов, это режиссер вот, действа, он предложил это. Это очень популярное направление, когда актеры отыгрывают мини-сцены непосредственно в местности. Различного импровизации, это пластика, это речь. Это будет очень красиво, это очень необычно, и мне кажется, это должно понравиться, ну, всем. К сожалению, вот вместить в рамки нашего с вами общения абсолютно все, рассказать абсолютно обо всем, что там можно увидеть, невозможно. И поэтому, вот, завершая нашу с вами встречу, Елена, вот чего бы вы самое главное хотели показать вот на этом Дне Заречного? Чего вы от него ждете? Наверное, я не такая большая величина, чтобы там говорить, что вот... Лично мне кажется, что Заречный – это очень открытый, очень душевный, очень теплый город. И вот все говорят, что жить в закрытом городе – это так грустно, скучно, там, ну, многие так думают. На самом деле это не так. И хотелось бы показать именно наших людей, именно то, как мы трепетно относимся к озеленению. И хотелось бы показать, что мы открыты всему миру, и мы рады всем. Приходите. Приходите к нам в гости, приходите на фестиваль. Мы будем ждать вас. Итак, место встречи — Москва, Музеон, 28 июня. Да. Спасибо вам огромное, Елена. Будем ждать и надеяться, что москвичи и гости столицы также будут в восторге от нашего города, как и мы с вами. Спасибо большое. Спасибо. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До встречи на родном канале «Заречный». Пусть новости будут только хорошими. Спонсор прогноза погоды – торговый центр «Дубрава», улица Ленина, 20А.